маленький. Где моя девочка? У меня уже места в телефоне не осталось. Дай мой телефон, покинь его куда-нибудь. Даси, Даси, моя красавица. Да, бабульное солнышко. Она сегодня соизволила нам улыбку подарить. Солнышко, солнышко, солнышко. Где мое солнышко? Ай-яй-яй. 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 Пуговки мои, пуговки. Пуговки мамины, пуговки бабулины, пуговки папины. Да? Самая красивая, самая нежная, самая капризная, самая, самая, самая. Да? Ой, вообще похвалу не любит. Да, 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 да. Вообще. Да, самая умная. Прям скромняшка такая. Самая красивая. Даси, Даси. Самая любимая и самая долгожданная, Даси. Конечно. Папина любимица, я скажи. Папа меня принцесской зовет. Я папина принцесса. Я папина принцесса, да? Да, 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 папина принцесса. У нее уже, знаете, свой такой характер. Она заставляет вокруг себя всех плясать. Скажи, бабуля, скажи. Го, го. Йода повторять хочет. Умничка, умничка моя, умничка моя, светочей моих, умничка моя. Мам, что ты будешь делать, когда она уедет? Ой, не знаю я. Пока про это не думаю. А если подумаю, мне страшно становится. Мне дышать нечем, воздуха не хватает. Чё, прилетишь следом? Мы тебя в одну комнату с ней поселим. Па-па-па-па-па, там ваши комнаты. Ой. Па-па-па-па-па-па-па. Летом же ее сюда буду забирать. Да, конечно, размечталась. Летом сюда. Конечно. Ага, да. Сюда. Сюда, ага. Здесь фрукты настоящие. А там что? А там не настоящие все. Конечно. Там не то. У тебя здесь свои сады, здесь воздух чистый, экологически чистый воздух у нас чище, намного на больше, да. Там климат совсем другой, здесь совсем другой. Здесь все-таки родина. Да. 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 Здесь у нее молодая бабуля. Там старая бабуля, там с ней гулять не будет она. Там мама с ней будет гулять, и папа будет с ней гулять. У папы так много времени с ними, с вами гулять, наверное. На работу будет брать. Ну да, на стройку. Да. Пусть учится. Бусенька! Бусенька, ты моя бусенька! Вот этот комбинезон, кстати, ей подарили, но... Второй раз, по-моему, на нее одели мы, да? Его. Нет, первый раз вчера. Первый одели. Раз, да, вчера одели? Да, да. И этот, скоро вот-вот он уже ей большой, ой, маленький будет. Ну, маленький, ничего страшного. Так быстро они растут. Вот так быстро растем, да? А ну скажи, что Давай, давай, мама, давай. Мама вместе с ними становится на ребенка похоже. Полетели, 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 полетели. А сынуля спит. Гуси, сил гуси, набирается к ночи. Га-га-га. Если хотите, да-да-да. Мам, когда будет видео? Ну, подожди, заколебал ты меня сильно. Срежь! Я тебя не снимала, как ты в позе буквы Г шла, не переживай. Когда будет видео? Срежь! Не срежу, вот убежала, видите, видите, как убежала. Кстати, смотрите, вон, это у нас на люстре. На люстре висит пеленка. Купи все ингредиенты. А какие? Что нужно? Самый хороший тур купи.
Я ни на что тут раз не было нормально. Я прям такой этот пониматель вот творога. Так. Творог купи. Ага. Туда же много ничего не надо. Один творог. Мука есть, масло есть. Все, творог. Ну купи творог, что? Проблема купить творог? Да. Я же никак в супермаркет дойду и на рынок не пошла. А я дойду. Тот раз, который купила творог, мы уже чудушки приготовили с ними. Мои хорошие, привет. Я только что покрасила волосы. Знаете, что красила, что не красила. До покраски, по-моему, было даже лучше. Ну, посмотрим окончательный результат. Когда я высушу, волос будет видно. Но на данный момент я вижу, что появилась желтизна, которой до покраски не было. Сейчас покажу. Что-то у меня попало в глаз. Краска у меня была, сейчас, секунду, покажу ее тоже. Вот этой краской я покрасила, вот она. Цвет вот 1-1-1. Краска, по-моему, вообще ни о чем. Единственный плюс у этой краски, ее очень удобно наносить, очень-очень просто. И она такая жидкая, и я вспомнила, когда-то я красила подобной краской, и то же самое, вообще результата не было. Но это мне еще и желтизну сделало. А должен был быть такой платиновый оттенок, которого нет. Здесь на кончиках у меня и так был платиновый оттенок. Она, знаете, она мне даже брови не осветлила. Я ее нанесла и на брови. Видите? Брови тоже на месте. Так что краска ни о чем. Ну, я ее точно не куплю. Когда мне Зулечка дарила. Сейчас покажу одну маску. Вот эта маска, которую я брала с Алиэкспресс, о которой я не раз говорю. Она делает ваши волосы, знаете, более гладкими, ровными. Такие волосы становятся такой рассыпчатые. По крайней мере, у меня так. Ее используют по-разному. Наносят, оставляют на некоторое время, потом смывают. Но я же наношу, не смывая. На влажные вот волосы беру немножечко, по чуть-чуть я беру, вот, буквально столечко. Это даже много. Распределяете вот так вот на руках. И на корни волос нельзя наносить. Не знаю почему, видимо, состав там какой-то. Вместе с этой маской мне пришла инструкция, где было написано, что ее нельзя во время беременности. Потом я пригляделась, инструкция была совсем от другого. Совсем от другой этой маски, или не знаю чего, по-моему, от маски. Так, смывать ее с рук очень тяжело. Она такая, знаете, ну как маска, как бальзам. Как обычно тяжело смывается, вот она. Очень тяжело моется. Скользят руки. Нанесли. Расчесали. И после того, как я отутюжу волос, он будет такой гладкий-гладкий. Более такой живой, ухоженный. Когда я наношу эту маску, меня не раз спрашивали, как я делала укладку. Вот. Посмотрим, что будет, когда полностью высохнет волос. Но вот этой желтизны, по крайней мере, ну, я не видела. Вот здесь она прокрасила, видите, здесь пепел есть. Ну, короче, окончательный результат оценим, когда высушится. Да, привет, привет! Тут мама меня сбивает с пути истинного. Я испорчу тебе этот интервью. Сегодня у нас 25 декабря. Вообще практически последние дни ничего не снимаю. Руки не тянутся к телефону, лень.
Сегодня ходили мы на последний сеанс к остеопату. Почему последний? Потому что он, у него последний день приема был сегодня. Меня он пожмякал так, знаете, ну сейчас хорошо мне, сейчас у меня легкость такая, но эта легкость почему-то после второго сеанса у меня очень быстро пропала. И опять поясничная боль вернулась. На этот раз посмотрим. Он мне сказал, что там у меня мышца какая-то очень, знаете, напряжена, ее нужно смягчать потихоньку-потихоньку. Ну, вот я буду дома сама делать упражнения, он мне показал. Вот. Дочери походы к остеопату я продолжу, когда приедем мы в Измир. Я не знаю, сколько понадобится сеансов, но пока будем продолжать. Кстати, после второго, по-моему, похода к остеопату у нее ночной сон более-менее наладился. Даже мама, вот мама поддакивает, кивает. Вот. Покраска моя, которую я снимала последний раз, вот она вообще практически вообще не покрасилась. Даже вот здесь, вот, как я и говорила, чуть-чуть местами желтизна появилась. Мне не понравилась эта краска вообще. Вообще такая белая, некрасивого цвета голова у меня сейчас, волосы. Вот здесь красивый цвет, а здесь вообще белый некрасиво. Мне нравится, когда все-таки у корней чуть-чуть темнее, чем вот здесь. Чуть-чуть на тон, максимум на 2. На тон даже, будем говорить. И, кстати, у меня волосы уже перестали падать. Я не знаю, это из-за приема витаминов, которые я заказала с iHerb. И ногти тоже, кстати, крепче. Или уже мой организм после родов приходит в себя, но волос уже не падает. А все, что выпало, тоже начинает расти. У меня вот везде вот такие короткие волосы, антенки торчат. Ай, рука устала у меня уже держать телефон. 2 минуты подержала, рука устала. Сынуля сегодня очень капризничал там на приеме. Прям успокоить его не могли. Домой как пришел, сразу улыбаться начал, смеяться. Все нормально у него сразу. Спит сейчас. А дочь у мамы на руках, как обычно. Что хотела показать? Есть у меня вот такая брошюрка нашего заведения, по-моему, уже сеть заведений, если не ошибаюсь, Гамбит называется, доставка. Мы пару раз домой заказывали оттуда еду. Неплохо, но не скажу, что отлично. Хотела показать вам цены немножко. Так, пробегусь по ценам, чтобы вы приблизительно имели в виду, какие цены у нас в заведениях. Вдруг кто захочет приехать в Махачкалу? Всякое может быть. Сейчас переверну камеру. Итак, открываем. Пройдемся по завтракам. Вот, посмотрите цены. Сельский завтрак, он похож, приближенный такой к турецкому. Яичница глазунья с сосисками, блинами, тостами, джемом, сметаной, на выбор чая или кофе. Не знаю, где в селе сосисками и блинами, и тостами завтракают, но так написано. Десерты. Панакотта 169 рублей, чизкейк 174, воздушная сладость какая-то 359 рублей, бельгийские вафли 249. Тирамису 199, фруктовое ассорти 659 рублей. Здесь закуски. Креветки 559. Так, сельдь по-русски 289 рублей. Вот это, наверное, селедочка. Это у нас что? Соленье бабушкин погреб. Идем дальше. Быстренько вот салатик я покажу. Цезарь с семгой 439, с креветками 389, с курицей 479, неженка 139, я, кстати, люблю его. Столичный, то бишь московский, 159. Идем дальше. Супчики. Мой любимый суп. А, нет, цукини, нет, не люблю. Фетучини. Это дагестанская наша кухня. Курзе, пельмени, чуду. Это пиццы. Такс.
Аварский хинкал. Ой, ё-моё любимое. Я сейчас сытая, представляете, я только что поела, мы с мамой поели, и все равно, рассматривая эту брошюрку, глядя на хинкал, чуть ли не слюни текут. Вот что значит любимая еда, к которой вы привыкли с детства. Рыба. Дочь капризничает, слышу. Так, сегодня разговаривала с остеопатом. Он и остеопат, и педиатр с большим стажем. Разговаривали по поводу прививок. И как бы он за прививки. Он очень долго объяснял, разговаривали мы. Ну, в принципе, на все мои вопросы он ответил. И сказал, что раньше года вообще нежелательно детям делать прививки. Роллы. Филадельфия классик когда-то стоило 220 рублей, я помню. 359. Это у нас что? Японское меню. Это тоже японские какие-то вещи. Это у нас чай. Это что это? Нет. Лимонад. Голубая лагуна. Цвет, конечно. Я бы такую не рискнула выпить. Так, мохито классический 299, тархун тропический 439. Еще бы литраж был бы написан, было бы вообще хорошо. Так, коктейльчики. Так, клубничная сказка 199, ямайка 259, черничный, коралл. Я люблю пеликан. Но не в такой этой, как это называется, не знаю я, бокал. И, оказывается, у них еще есть бургеры, но такие цены, ой-ой-ой, чем 559 рублей давать за какой-то бургер, я лучше кусок мяса жареный закажу. Это у нас что? Смузи. Смузи очень люблю. Смузи – это вещь. Ну и вот... такое меню можно сразу все заказать. Я брала вот этот вот набор. Очень выгодно. Но к нам, когда доставку сделали, тонкий хинкал был весь прилипший. Он прилип, потому что очень долго ехал парень с доставкой. Ну, это было из-за пробок. Вот. Вот это выгодно брать тоже для любителей японской кухни. Вот тоже выгодный сет. Вот такие вот цены. Ой, пойду я к доченьке, доченьке. А шашлыки что-то мы пропустили этот момент, нет? Или они шашлыки не делают доставку? Хотя должны. Были же здесь где-то. Вот они, шашлыки. Это же очень важная тема. Я люблю вот этот вот картофель с курдюком. Баклажан с курдюком тоже неплохо, но картофель с курдюком я вообще люблю. Угу, мякоть баранины 399. А где пистолеты? Не вижу. А, вот они, пистолеты 479. Ну все, закрываюсь на этом. Всем, кто за столом, приятного аппетита. О, мои ношочки.